Наши подписчики часто нас беспокоят следующим вопросом. Почему уважаемые академики после перенесенных вирусных страданий у нас сводит, стягивает в области шеи и затылка? Как с этим справиться и на что следует обратить внимание? Сразу хочу вам сказать, уважаемые дамы и господа, что подобное состояние развивается в результате неутилизированной молочной кислоты, которая очень часто перенакапливается, подчеркиваю, перенакапливается именно в этих местах. Именно в этих местах. Захватом шеи и захватом задней поверхности плечей. Именно в этих местах находятся мощные плечевые или так называемые трапециевидные мышцы, и перенакопление молочной кислоты в этих зонах, конечно, приводит к тому, что вы чувствуете себя с ощущением некой тяжести, даже плиты какой-то на своих плечах. Что мы можем в этом случае сделать для того, чтобы избавиться от этого состояния? Два простых приема. Обращаю ваше внимание, два простых приема. Один из них называется конфуцианский меч. Конфуцианский меч. Используется традиционная точка фэн-чи, которая располагается сразу под зрительным бугром. Вот она. Вот она. Или конфуцианский меч его называют. Вот она. Что мы делаем? Мы берем ваш, вы берете свой указательный палец или любой другой предмет, который не травмирует кожную поверхность, и в течение полутора минут по часовой стрелке массируете это место. Вот таким образом. Прошло полторы минуты. К этому месту приложите своих вот таким образом три пальца, и вы находите еще одну точечку, которая находится над зрительным бугром. Ровно то же самое делаете здесь. В течение полутора минут по часовой стрелке. С учетом того, что эти точки парные, соответственно, вы начинаете, если вы правша, на правой стороне головы. А если вы левша, вы начинаете на левой стороне головы. А потом, соответственно, переходите на противоположную сторону. Попробуйте это сделать, и вы сразу почувствуете, как боли в области плечей, боли в области задней поверхности шеи и затылка вас с легкостью покинут. Не забывайте об этом, что меч Конфуция – это ваше спасение. Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье.